Жители микрорайона Бутово Парк 2Б с нетерпением ждут окончания этого строительства. Две просторных современных школы должны открыться уже в этом году. Одна на 825 мест возводится в рамках госпрограммы, вторая на 1100 силами местного застройщика. Проверить ход работ приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Полностью закрытие контура у нас планируется через 2 недели. Сейчас строительная готовность объектов около 60%. Специалисты заканчивают монтаж оконных блоков и приступают к внутренним работам. Ведутся работы по наружным сетям, по внутренним инженерным сетям прокладки электроснабжения, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения. Идет подготовка к подаче тепла, что позволит весной приступить к внутренним отделочным работам. Летом строители планируют провести утепление и облицовку фасада, а затем благоустройство территории. На территории будет спортивное ядро полноценное с футбольным полем, спортивные площадки, баскетбол, волейбол, воркаут. Для начальных классов будут площадки, также там теплицы, грядки для проведения уроков природоведения. Строители рассказали, что немало хлопот доставило увеличение сроков поставки попавших под санкции импортных стройматериалов и оборудования. И сейчас вынуждены их замещать на другие страны, на отечественное оборудование. Мы говорим об удорожании, которое тоже достаточно серьезное, иногда до полутора даже или чуть более раз доходит. Но тем не менее подрядчики нас уверили, обе организации, о том, что 1 сентября дети пойдут в эти школы. Сложности есть, конечно, с логистикой, с удорожанием, но справляемся. Заказчик нас поддерживает, помогает. Мы как бы со всеми этими сложностями справляемся. Также строители попросили Алексея Спасского посодействовать в решении вопроса с доступом техники на объект. Была озвучена проблема проезда большегрузного транспорта с строительной площадки из-за запаркованности. Мы эту проблему знаем, понимаем, потому что она у нас ровно такая же с вывоза мусора, когда мусоровоз не может подъехать, но, соответственно, это вызывает обоснованные жалобы. Вот, скажем, это такая более простая, может быть, да, такая земная проблема. Ее тоже нужно решать для того, чтобы работы производились. Всего же в муниципалитете в стадии завершения строительства сейчас 4 школы и 8 детских садов. По некоторым из этих объектов рабочие совещания с администрацией Ленинского городского округа пройдут на этой неделе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.